Max, push! Push! Set! Move! Come on! Move! Move! One! Two! Up! Touch! Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Дикий Лось. Находясь здесь на отдыхе в Египте, я нашел не только потрясающую площадку для тренировок, но и познакомился с очень интересным человеком. Это Мухаммед. Hello, привет! Он работает здесь фитнес-тренером, инструктором, очень-очень функциональный атлет, я в этом лично убедился. И самое интересное, что в общении с ним, хоть я не знаю английского, но в общении с ним выяснилось, что он служил в египетской армии специального назначения. То есть это настоящий спецназовец, который отслужил 2 года срочной службы и прошел, по его словам, сущий ад на земле. Арабская республика Египет очень часто сталкивается с активизацией террористов на своих территориях. Отряд «Три семерки», также известный как оперативная группа «Три семерки», является египетским военным подразделением по борьбе с терроризмом и специальными операциями. Группа была создана в 1978 году от правительства на Анвар Садат в ответ на проблемы повышенной террористической деятельности после изгнания советских военных советников из страны Садата. Девиз отряда – «Пот на тренировках спасает кровь в бою». Физически непригодный боец может отрицательно сказаться на готовности и боеспособности своего подразделения. Поэтому должное внимание отводится именно на физическую подготовку. Сегодня он испробует меня в качестве, можно сказать, подопытного кролика и испытает на мне тест, в котором отбирают новобранцев и по которому сдают зачеты. То есть это будет своеобразный норматив египетской спецслужбы, египетской армии. Это будет очень интересно, поэтому поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, колокольчик, все дела. Ну а сейчас я настраиваюсь и мы будем делать это сумасшествие. Погнали, друзья. Ну что, начинается этот трэш. Find some good place. Армейские скручивания выполняются в водной преграде. Необходимо, чтобы плечи уходили под воду. Инструктор придерживает ноги. За 60 секунд на оценку отлично необходимо выполнить минимум 50 скручиваний. От 40 до 50 оценка хорошо. Менее 40 скручиваний не удовлетворительно. 3. Давай. Okay, very good. You will pin my head, my hand. When you start to make, I will pull your hand. По твоей руке, да? Yes. Давай, you will pin готов. My hand. Yes. Как ты? Как я? When готов. You are ready, let me. One ribs? One rib? No. No. It will yeah. be three. Давай, foot. Go. Go. I will give you. 3, 2, 1. Сразу же после скручивания следует тест на дыхание. Инструктор окунает лицом в воду и сам контролирует время, когда меня из нее доставать. Это может длиться до 10 циклов. Лучше при этом сделать 2-3 глубоких вдоха и постараться расслабиться. Thank you.
над яким лосьем продолжаются. Ready? 20 подтягиваний. 3, 2, 1, оп! На зачет необходимо выполнить 20 подтягиваний, после чего вы остаетесь висеть на перекладине, а инструктор проверяет ваш пресс. Это могут быть удары ладонью, кулаком, локтем или даже ногой. Это уже как повезет. Выполняется норматив также за 60 секунд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3
60 секунд выполнения и 2 минуты отдыха. Но знаю, как я делаю, я отдыхать не хочу. Сейчас, ну, минимальный такой отдых. Просто crazy military soldier. Сейчас 60 отжиманий, push-ups. Let's go. Эй! Ready. Можешь спереди, Маша. Команда, давай. Отжимания от пола. Отличный показатель, если вы выполните 60 отжиманий за 60 секунд. Строго с касанием грудью кулака инструктора. Last eight. 1, 2, 3, 4, 5. Come on, 6, 7, 8, 9. Okay, relax. Very good. Отлично, отлично. Идем. Сейчас. О, зачем руки намазывать? Мозги отключаются. Сейчас бег на месте. 40 повторений за минуту надо выполнить. Ready? Ready, yeah. Бег с высоким подниманием бедра. За 60 секунд необходимо на отлично выполнить от 40 парных цикличных повторений. 1, 2, 3. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Move, move. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Very good. Заключительное. Это за минуту надо сделать 3 каната. Конечно, с отдыхом в 2 минуты я бы это даже не почувствовал. Я просто хочу, чтобы было атмосферно. Надеюсь, так и получается.
для меня прям дикая мотивация. Так прикольно, когда тебя подгоняют. Настоящий боец, спецназ, профессионал, отдавший 2 года своей родине в Египте. Человек, ну, по рассказам, перенес очень большие нагрузки. Это тренировки в пустыне, 40-градусную жару. Это мор, без воды, без сна, без еды, ну, малое количество еды. То есть тренировки и нагрузки у ребят здесь неимоверные. Попав в их среду, в их жару, тренируясь, я на себе ощущаю, как это непросто. Поэтому однозначно это видео заслуживает лайка. Поделитесь с друзьями, попробуйте какие-то упражнения выполнить сами. Это довольно необычно. Рад, что познакомился с Мухаммедом. Бро, спасибо. Пожалуйста. Брат, говорит, еще много покажет всяких тренировок, приемов. Человек очень позитивный, жизнерадостный, добродушный. Короче, брат по спорту. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дикий Лось. Эстетика, сила, выносливость. Не забывайте подписываться на мой канал. Будем снимать интересные видосы. До новых встреч. Пока-пока.